покупателя она скорее не удовлетворит, потому что диалоги там... Ну, короче, я скажу так. Я за Dragon Age слежу уже больше года. Я был на самой первой презентации в мире, в Лондоне, когда Electronic Arts пригласили туда журналистов и показали первый геймплей Dragon Age, когда еще вообще ничего не было известно про это. Вот. И там много было интересного рассказано и показано. Они там пообещали тоси-боси. Я много рассказывал про замки, которые, да, как в Нормандии у тебя будут, стратегические элементы, тактические бои и прочее, прочее.